Всем привет, продолжаем мы прохождение игры Группенвар 2. Играем за Германию по-прежнему. Так. Куда нам нужно добавить? Да, вот. Пока все сейчас посмотрим на юге. Сюда вот еще надо. Здесь теперь завершаем ход. Похоже, на Риге без меня прибалтику доходит скоро. Потом придется их оттуда выгрызать. Да. Норвежцы тут для себя Эстонию хотели захватить, но Советский Союз, кстати, выдвинулся туда. Так что обломить норвежцы пока что. Завершаем ход. Зато норвежцы Финляндию захватывают.
Да что такое, блин? Ай. Бывает здесь такая хрень. Там привяжется и... Глюк. Так. Фиг ты от нее отвяжешься. Ну, в общем-то, пока все, да. Завершаем ход. В очередной раз. Норвегия упрямо пытается владеть Прибалтикой. Все, теперь в Нидерландах теперь я тоже могу восполнить потери. А, я могу Италию захватить. Южную. Кстати, 21 монету приносит от провинции. Завершаем ход.
Опять давайте вот эту провинцию качать. Завершаем ход. Вот она провинцию начинает качать. Восполняем потери. Здесь пока все, путь на Сицилию мне пока что перекрыли. Поэтому завершаем ход.
прям в течение ожидания, ну, больше одного ни самого не смогут нанести. Мне просто денег не хватит настолько. Ой, блин, не то сделал. Вот так надо. Так, это парень уже 35 дают мне. Так, сюда. Сюда вот тоже сделаем, наверное. Так, тут у нас пока... как бухом. Завершаем ход. Копки нету? Ни в черный, ни в синий. Я живу счастливо.
Так, на этом все завершаем.